Привет! С вами Шансонье Ян и постоянная рубрика «Кулинарный жрец». Наша фишка в том, что мы готовим французские кулинарные изыски вместе за 5 минут из тех продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Сегодня готовим французский десерт профитроли. Для этого нам понадобится 150 грамм муки, которую необходимо предварительно просеять. Берем в равных пропорциях 125 мл молока и воды, вливаем их в кастрюлю. И нагреваем эту смесь. Добавляем щепотку соли и пакетик ванилина. В подогретую смесь добавляем 100 грамм сливочного масла. Вся масса должна растопиться и дойти до кипения, но не закипеть. Высыпаем всю нашу муку и начинаем активно помешивать, постоянно не останавливаясь. В тесто нужно добавить 4 яйца. Для этого предварительно их надо взбить. После того, как тесто мы растерли, добавляем примерно по одному яйцу тесто и также размешиваем. Перекладываем тесто в блендер, чтобы сильнее его растереть. Перекладываем тесто в кулинарный кулек. Ставим профитроли в заранее разогретую духовку на 180 градусов на 20-25 минут. Чтобы все было совсем по-французски, я решил сделать половину профитролей с паштетом фуа-гра, который любят французы, а другую половину с взбитыми сливками. Готовлю начинку для профитролей взбитые сливки. Беру сливки 33% и сахарную пудру, все это взбиваю. Профитроли взбитыми сливками, перекладываем их в кулинарный кулек. Внутри профитроли полые, поэтому находим отверстие и наполняем их сливками. И финальный этап – посыпаем пудрой. Профитроли со взбитыми сливками готовы. Бон аппетит! Со второй половиной профитроли мы делаем следующее. Берем, отрезаем небольшую крышечку. Начиняем начинкой. И закрываем. Профитроли с фуа-гра готовы. Bon appétit.